Совсем скоро нас ждет новый садово-огородный сезон, который традиционно начинается в майские праздники. Многие огородники давно начали заниматься подготовительными работами, а именно выращиванием рассады. И сегодня на подоконниках большинства артемовцев красуются огурчики и перчики, капуста и томат. Жители Артемовского городского округа, впрочем, как и многие россияне, с уважением относятся к садам и огородам. Кризис вновь заставил горожан заниматься выращиванием овощей и фруктов на своих приусадебных участках. Артемовцы с удовольствием рассказали, как они готовятся к новому садово-огородному сезону 2016 года. Сейчас самая первая чистка территории. Это самое-самое, что ни на есть. Чистим территорию, а потом уже будем готовиться к тому, чтобы спахать землю, грядки сделать. А рассада уже растет. Какую рассаду купили? Что посадили? А мы помидоры у нас ни одного вида. У меня дед в основном занимается, муж. Я общественный деятель, мне некогда. Я много занята на работе, у меня муж хорошо работает. Помидорки посажены, перцы, болгарские сладкие перцы посажены. Но рассада огурчиков еще нет. Цветы, как всегда, цветов, цветы много. Но в основном луковичные у меня. Вчера ходили, сыра там еще, сыра. Посадили вчера мы семена. Петрушки, капусту на рассаду посадили, но очень сыро еще. Сырости очень много воды. Что предполагаете садить? Какие планы? А как обычно, морковку, свеклу, капусту, картошку, и все, и ягоды. Все мы. Ягоды Виктория у нас. Рассаду выращиваю, деревьев повелила. Опрыскивала кипятком. Ну как еще готовиться? Рассада растет. А что растет? Что посадили? А, рассада — это помидоры, цветы. Ой, это еще вспоминать надо. Но цветы в основном и помидоры. Садово-огородному сезону вы готовитесь? Готовимся. Как? Ну как? Рассаду посажена, рассада. Все. А больше что еще? Еще что ничего. Посадили? Помидоры, перцы. Все, пока. А что планируете еще посадить? Ой, много. И огурцы, и лук, и картофель. Все. Наш же огород большой. Хожу на дачу. Приборку делаю. Снег растаял. Сейчас погоду надо ждать. И взяться за хорошую работу за свою. Что планируете посадить? А все уже посажено. Земли нет, мало. Все закупили еще до Нового года, потому что боялись, что с Нового года все подорожает. И поэтому мы, начиная с ноября месяца, все покупаем. И уже Новый год, как говорится, весну встречаем с полным достатком семян и удобрения. А что планируете посадить? Все. Картошку. Начиная от картошки. И все. И салаты, и укропы, и редиску, и редьку, и морковку, и свеклу. Все, что мы едим, все садим, чтобы наше было все свое. Рассаду сажу. Какую? Помидоры, огурцы. Еще что планируете? Перец. Еще что планируете посадить? Ну, пока ничего. Фруктовые посаженные. Ждем, урожай будет какой. В свое время все садили. Ну, сад как есть. И картошку, и морковку, и свеклу, и ягоду у нас там, яблонька, и домик, и колодец вырытый. А сейчас здоровья нету. Идем с дедом потихоньку отдыхаем.